Сегодня мы обсуждаем тему подготовки к паводковому сезону. Разобраться в вопросе нам помогут наши гости. Александр Александрович Тиртока, начальник главного управления МЧС России по Югре. И Александр Николаевич Еремеев, заместитель начальника Сибирского регионального управления, да, центра МЧС России. Да. Начнем с места в карьер. Собственно, Александр Николаевич, возглавляете вы межведомственную комиссию, которая работала несколько дней в Югре. Каковы, собственно, итоги работы? Что увидели? Как оценили? Да, действительно, сегодня межведомственная комиссия Уральского федерального округа завершает свою работу в Югре. Значит, готовы уже предварительно сказать те результаты, которые мы наработали. Буквально через 2 часа мы будем подводить итоги на комиссии по чрезвычайным ситуациям округа. Сегодня могу сказать откровенно, что округ по многим показателям высоко готов, таким как, допустим, мониторинг авиационной окружающей среды при возникновении лесопожарной обстановки. Здесь выделены денежные средства настолько, что соответствуют расчетным. Не в каждом далеко субъекте это есть. Или, например, готовность зерновых команд по, значит, сопровождению ледохода, значит, чтобы своевременно прибыть. Значит, есть и договора, заключенные на вертолет, есть места, где хранение, есть зерновые команды. То есть, в принципе, стопроцентная готовность к реагированию там, где могут возникнуть проблемы. Также отмечаю готовность населенных пунктов. Конечно, сойдет снег, мы еще раз и попрошу Главное управление в этом вопросе поработать, чтобы внимательно посмотреть, убраны ли все там остатки с прошлого года травы, там, мусора и так далее, чтобы у нас не было возможности огню при ветре, значит, перекидываться со здания на здание. Но на сегодня есть вопросы, которые требуют не только, будем говорить так, дальнейшей работы, но и активного внимания. Ну, например, мы говорим о том, что сегодня не все населенные пункты закрыты подразделениями пожарной охраны. То есть здесь есть уже понимание вопроса. Мы готовы взять в этом году уже 3 населенных пункта с Александром Александровичем и отработать их, закрыть корпусом сил пожарной охраны. Есть такая метода, разработанная в министерстве, когда выделяется одна единичка федеральная и обрастает добровольцами. Ну, это будем закрывать населенные пункты, которые больше 100 человек проживающих. Сегодня прикрытие территории 86%. Я думаю, мы выйдем на 95% с этим вот реализацией такого направления. Есть вопросы, которые необходимо еще сегодня реализовывать. Это готовность органов управления уровня муниципальных образований. Это мы говорим о единых дежурно-диспетчерских службах. То есть о персональном составе смен, о достаточности площади и оснащении оперативных залов. Значит, говорим о мобильности этих же ЕДДС. Мы говорим уже об подвижных пунктах управления глав администрации непосредственно в местах возникновения чрезвычайной ситуации. Ну и многие-многие другие вопросы. Угу. Александр Александрович, а нам... Чем такие, работа таких комиссий полезна? Что мы извлекаем, собственно, из этого? Это совместная работа, направленная на обеспечение безопасности населения и территории. Коллеги Сибирского регионального центра больше сталкиваются со спецификой природных, техногенных, всевозможных чрезвычайных ситуаций, которые возникают на огромной территории Западной Сибири, Сибири в целом, ну и на сегодняшний день даже и на Дальнем Востоке. То есть вся информация, которая касается мониторинга, прогнозирования, анализа, в региональном центре есть специалисты, есть возможности прогнозировать ситуации. И при работе в совместных комиссиях, межведомственных комиссиях, этот опыт, наработанный на большей части территории России, внедряется в отдельных субъектах, то есть только положительные моменты. Ну вот вы упомянули прогнозирование, да, понятно, что предотвратить ЧП, тем более природного масштаба, как правило, практически невозможно, но тем не менее, можно же их предвидеть, да, на чем строятся, собственно, вот оценки экспертов в прогнозировании паводковой ситуации, может быть, лесных пожаров, ну, сейчас вот паводковой ситуации коснемся, да. Ну, по паводковой ситуации это достаточно обширная тема. И здесь по данному направлению работает не только Министерство по чрезвычайным ситуациям, также совместная работа Росгидромета. Принимают участие, ну, практически все министерства, которые представлены на территории субъектов. Очень много параметров необходимо учитывать при построении прогноза. Это и количество снегозапаса, и количество влаги в
в снеге, которое в определенный год бывает совершенно разным. Это и температурный режим, и в какой период формировался ледостав, и в какой период, естественно, и будет прогнозироваться ледоход. Этих параметров очень много. Как сопредельные территории будут насыщаться в весенний период насадками в виде дождя, как будет таять снег в горах Горного Алтая, как будут формироваться реки Бия, Катунь, которые впадают в Обь и формируют водоток на большей части Западной Сибири. То есть этих параметров очень много. По совокупности этих параметров в среднем ежегодно к концу марта, к середине апреля складывается более-менее понятный прогноз, что может ожидать те или иные субъекты в период ледохода, в период весеннего половодья. Критическим будет, не критическим. И, естественно, как влиять, как планировать, какие силы готовить для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. И какие силы? Вот что в Югре, например, делается для предотвращения, для защиты городов, поселков от большой воды? Мы эту тему, коллеги, уже неоднократно поднимали, в том числе и вчера, и на заседании Совета глав под руководством губернатора эти вопросы обсуждали. Планирование работы начинается сразу после подведения итогов. То есть в октябре-ноябре месяце 2016 года подвели итоги лесопожарной обстановки, паводковой обстановки, которая складывалась на территории округа в 2016 году, ну и, соответственно, на территории граничных субъектов. В соответствии с этим планировали дополнительные мероприятия, подводили итог, что сделано, а сделано за последние годы, 2015-2016 год, очень много. Это и километры, десятки километров поднятых дорог, и обновление и ремонты земляных обвалований, дамб и создание материальных резервов. То есть весь комплекс мероприятий, который поможет прохождению, безаварийному прохождению ледохода, спланирован. Сейчас идет заключительная фаза выполнения этих планов. Ну и, естественно, завершится эта работа совместными учениями, тренировками в апреле месяце. У нас параллельно работает еще одна комиссия, это в Сибирском федеральном округе, такая же ВК, в состав которой включены не только представители федеральных органов исполнительной власти, но и науки. Там Барнаул представлен Институтом федеральным проблем водных Обского бассейна. И вот как раз он формирует прогноз с учетом накладки вот именно осадков, с учетом накопления снега, с учетом временных показателей. То есть мы уже с вами в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю, за полторы будем знать, какой поток воды мы можем ожидать вот через этот период времени. Допустим, для Алтайского края и Республики Алтай это 2 дня. До вас это получится 10 дней. То есть есть время подготовиться, оповестить население, провести все превентивные мероприятия, вплоть до эвакуации, значит, и подготовки сил и средств, которые будут минимизировать чрезвычайную ситуацию или полностью ее ликвидировать. Угу. Отлично. Я тогда все-таки такой вопрос задам, Александр Николаевич. Ну, по-любому, что работа комиссии, любая работа комиссии в итоге выливается в некую оценку. Да? Я понимаю, что вы будете еще подводить итоги, но тем не менее, вот вы можете озвучить оценку, которую округу можно поставить на данный момент в плане подготовки к паводковому сезону? Здесь все маленько обстоит не так. Значит, прежде последует доклад полномочного представителя президента в Уральском и Сибирском федеральных округах о готовности силы средств, о готовности органов управления, о готовности населения самого, вот именно к прохождению паводкоопасного периода и так далее. Сегодня говорить о том, готов или не готов, это будет неправильно и нечестно по отношению к другим субъектам, которые мы уже, в принципе, проехали, посмотрели, также оказывали помощь. Поэтому сегодня мы говорить об этом не будем, потому что у нас еще впереди практически 2 месяца на подготовку. Многие вопросы просто уйдут. На сегодня говорить, ну, раньше была такая оценка, ограниченно готов, сегодня ее нет. То есть спланированные мероприятия еще не выполнены до конца. То есть не подошли сроки. Итоги можно будет подвести только когда уже все эти мероприятия будут выполнены. То есть когда мы вступим в стадию подготовки, собственно, ожидания уже большой воды, да? Угу. Сегодня идет подготовка, ожидания. Ну и последний тогда вопрос, если можно такой. А когда мы, собственно, ждем большую воду в Югре?
Все, что касается Ханты-Мансийского автономного округа, среднемноголетние значения позволяют прогнозировать. Это начало ледохода. Два этапа. Первый этап будет в первой декаде мая, когда обычно вскрывается Иртыш и начинается вскрытие Аби в Томской области. И практически с этого момента и идет понятие по ледоходу. Ну и самая активная, самая опасная, так скажем, фаза – это вторая, третья декада июня, когда уровни воды достигают своего пика, пиковых значений. И если проходим июнь без чрезвычайных ситуаций, без необходимости отселения людей с подтапливаемых территорий, то можно сказать, что паводок завершился благополучно, без чрезвычайных ситуаций. Ну что ж, время есть. До мая еще все необходимое доделать, предупредить людей в том числе, и людям тоже призовем через наших коллег-журналистов людей тоже помнить о том, что их безопасности в их руках тоже. Спасибо большое вам, что пришли к нам в гости. Спасибо вам, что посетили площадку RIS-Югра.